вот последний мой бой, который проходил 16 сентября. Самый памятный, самый запоминающий. Потому что я первый раз играл за титул. Вот. И впервые в моей карьере был такой серьезный бой. И он самый запоминающийся в моей карьере, так скажем, во всем мире. И с помощью этого пояса я сейчас буду боксировать, даст Бог, вперед забегать не буду. Мне Рой Джонс дал как бы приглашение, вот сейчас он отдает. И я полечу в Америку. Вот. Ну, в детстве кумиром мой был Рой Джонс. Вот. Рой Джонс, и вот я сейчас, ну, как бы, знаешь, так скажем, в детстве он был для меня кумиром, он и сейчас на самом деле кумир, потому что он легенда в боксе, и он на самом деле очень скромный, очень хороший человек, и он поддерживает меня тоже, вдохновляет меня и по сей день мотивирует, да, как бы, и помогает мне во многом тоже. Вот. Знаешь, мечта была с детства просто руку пожать, а сейчас, ну, уже общаемся, так скажем. В профессиональном боксе, ну, так скажем, скорость, ну, значение большое имеет, но и сила удара, физическая мощь тоже большое значение имеет. Но я стараюсь во всем, как бы, так скажем, быть, ну, разносторонне развитым и разносторонне работать, быть и скоростным, и выносливым, и в ту же очередь быть физически готовым ко всему. Коронный удар. У меня есть много очень, на самом деле. У меня был большой арсенал любительского бокса. Ну, как бы, я люблю смена стоек, я очень люблю, очень часто делаю. Это одна из коронных. Ну, очень много, на самом деле. Чтобы серьезных, слава богу, не было. И даст Бог, я надеюсь, что их не будет, но я стараюсь, как бы, сохранять свою защиту и грамотно боксировать, чтобы не получить никакие травмы. Но перед боем я люблю слушать спокойную музыку. Вот, когда я разминаюсь, начинаю разогреваться и так далее. А потом, знаешь, меня вдохновляет патриотическая музыка армянская. Знаешь, фидаинские, так скажем. Я их слушаю, и они меня мотивируют, ну, наверное, да, в Армении. Вот. Вот сейчас, в данный момент, жду приглашения от армянской стороны. Вот. Меня приглашают сейчас, и, скорее всего, в ближайшее время я прилечу в Армению с визитом. Попробовал заняться боксом, и как бы меня затянуло в это. Знаешь почему? Потому что в детстве я был, так скажем, открылся, ну, маленьким, хилым в классе, да, где-то. И когда я пошел в первый класс, я не знал русского языка. Ну, как родился в армянской семье, да, как бы, армянином, да, как бы, в Москве и так далее. Но когда пришел в школу, знаешь, очень много было злых детей, так скажем, которые пытались упрекнуть чем-то, мол, ну, ты не знаешь языка, там, и были частые стычки и так далее. Вот, из-за этого хотел стать сильным и суметь защитить себя в первую очередь и в ту же очередь своих родных и близких, и хотел стать сильнее всегда, быть лидером, так скажем. В Екатеринбурге, да, я слежу за этим чемпионатом мира, наблюдаю, конечно, оцениваю, что уровень наших боксеров на высшем уровне, да, как бы, наша школа бокса, как бы, армянская, да, как бы, она со времен СССР и вообще с давних времен она была одна из сильнейших даже в СССР, да, как бы. И наша школа лидирует даже, на самом деле, я так скажу.